Всем привет! Сегодня готовлю очень быструю и вкусную закуску, которая прекрасно будет смотреться на вашем праздничном столе и порадует ваших родных и близких. Консервированный тунец измельчаем вилкой. Выкладываем в миску, добавляем одно натертое яйцо, 2 столовых ложки сливочного сыра, 1 столовую ложку сметаны, перец, укроп, все хорошо перемешиваем. Выкладываем нашу начинку на лаваш и распределяем по всей поверхности. Посыпаем зеленым луком. По желанию добавляем натертый кусочек огурца. Аккуратно закручиваем в трубочку и выкладываем на пищевую пленку. Хорошо заворачиваем и отправляем в холодильник на 1 час. Нарезаем кусочками шириной 1,5 см. Режем кружочками огурец, затем нарезаем полукружочками. Закуску посыпаем тертым сыром. Два полукружочка вставляем в начинку на каждый кусочек и добавляем зеленый лук. Украшаем половинкой помидора черри. Наша чудесная закуска готова, можно подавать к столу. Получается очень красочная, вкусное, легкое в приготовлении, которое будет превосходно смотреться на вашем праздничном столе. Всем желаю приятного аппетита и замечательного настроения. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока-пока!